А что если Котл плюс зомби и плюс Акс? Да, давай дикей его, дикей. Во, найс, хп еще поднялся. Просто дикей. Что это? Котл, дай крити. Это тоже хорош. Хорош. Просто напрыгал, надушил, на вставочку. Че там, может, блин, может мне... Блин, давайте сделаем так. Нет, не сделаем. У меня два глимера. Опа, но у меня... Опа, но у меня душа тут до талого вообще. Магнус вообще по-царски просто. Всем привет, дорогие друзья, с вами Аксенанс, и сегодня у нас снова видос рубрики «А что если?». И сегодня я подумал, а что если Котл плюс зомби и плюс Акс? Получится ли какое-нибудь веселье? Давайте посмотрим. Друзья, спасибо всем, кто поддерживает, обязательно поставьте лайк за наши старания. И сегодня у нас необычная катка, у нас сегодня катка с Дискордом. Сегодня в Дискорде у нас Макс Рампаге, здорово, бро. Привет, привет всем. И Язер. Всем здорово. Вот, короче, смысл таков. Сегодня мы будем в Дискорде немножко комбинить и посмотрим, как у нас получится вся эта затея или нет. Короче, я надеюсь, получится в целом интересно, друзья. Сейчас я раскидаю ребятам дополнительные задания, которые мы должны выполнять. И мы начнем. Поехали. Итак, ребят, сделали мы рея. Короче, у нас так получилось, что парень залагал. Сделали рея, все нормально, короче, разобрались. Суть такая, короче, по видосу вы, в принципе, я думаю, уже уловили. Мы будем комбинить сейчас Дирги плюс Котла. Что происходит? Конечно же, Котл бафает Дирги. Дирги дает 2 дикея. Это минус 20 силы. Теоретически под аганимом от алхимика. И далее, что у нас происходит? Конечно же, далее Акс просто прыгает и в теории должен заваншотать с ультимейта. Но опять-таки тут все упирается в мой уровень на Аксе, потому что у меня на 11 левеле с аганим только 425 будет порог до добития. И как-то будем пытаться в это все... так сказать, в эти рамки входить. Но самое, что мне нравится, посмотрите, пул оппонентов. Там все силачи и единственный аппарат есть, у которого, да, будет хп не очень много. И можно будет над ним, в принципе, немножко побаловаться. Ну, давайте пробовать, окей. Так, все раскидали, ребята, вы, если что, тоже, как бы, не парьтесь, кооперируйтесь. Да, у нас внизу идут Дирги плюс Котл, они со мной в дисе, чтобы они не запутались. Вот, и все будет огонь. Так что так, такой смысл у нас. Ну погнали, у нас сейчас заруба должна быть на низу, на руне. Го, алхимику поможем. Так, топорик, топорик. Я, да, я лес пойду. Я буду стараться выходить, ну все по стандарту, короче, делать. Блин, плохо, что там все силачи. Плохо, но опять-таки дикей каждые 4 секунды, 2 дикея. В итоге 3 дикея, в принципе, все, весь вопрос решит. Самое главное, не раздамаживайте. Если что, да, чтобы просто уходила сила, да. Там образно даже пусть там, не знаю, ну, лол хп останется визуально, да? Типа, чтобы было по-красивому. Пару раз-то у нас точно это должно получиться. И, кстати, ребята, это видео мы уже пишем не первый раз. Другой видосик вы, конечно же, чуть позже тоже увидите, что там у нас пошло. И что пошло по плану или не по плану, вы также это все увидите. Но у нас сейчас заруба на руне начинается. Давайте, выходим. Так, он пошел отсюда, вот этого питлорда. Давайте гонять. Вот ты посмотри, он фаерштормы кидает. Ну и что дальше? Хорошо, все, отзонили алхимика, монетку взяли, это самое главное. Че там? Там, если что, смотри, по поводу вот этого комбина, да, который вы будете делать, вы пока спокойно стойте, подфармивайте, там по возможности лайнинг выигрывайте, если вам это необходимо прям очень сильно, да, то есть если оппоненты бычат. А по поводу комбинации, да, через чакру, чакру в любом случае ты должен максить. Ну, как максить? Раскачай скиллы вот так вот, 0. 4-4-0, понял? Вот так раскачайся, и все будет огонь. У вас лайн, ну, в принципе, нормальный. Зомби на фарме, и если что, Котл там подработает. Не заводите по товару. Да, и старайтесь, да, как-то балансить, чтобы зомби подфармливал. Да возьми топорик, не парься вообще, что ты. По кайфу.
Так, алхимик стоит мид против аппарата. Интересно, что там будет за заруба? Будет ли там очень страшно? Вы, кстати, заметили, что десятый слот взял Найкса. Он не взял виспа, он решил таки доказать, что он самый лучший в вайкапе. Вот, и он взял не виспа, а такие взял героя. Вроде повеселее. Так, котла там душат. Ой, какая фиссура была положена, жалко. Нету левелов, да, чтобы можно было подсолрипать. Ну, ничего страшного, пацаны, это все мелочи. Это все мелочи, это все камбускните. Все это камбускница. Все это мелочи. Так, сапой женский. Я пока не буду юзать, да? О, там Дирга разминает. Посмотри, на развороте томба ставится. Просто зомбики выходят из томбики. Зомбики из томбики. И начинается душниловка. Ну-ка, давай вот этого старого. С поленом. Опа, давай сюда, дядь. О, ясно. Стилер. В команде бан. Хорош. Молодцы. Но моя задача была немножко поморосить, да? Выйти тоже. Молодцом, парни. Так, вот этих пацанов бы тут накормить жигулевским бы. Фармею я на босс. Хорошо. Отлично. Сапожок. Че, на базу идешь, да? Ой, молодец. Да, да там я не стал тоже юзать химик себе первый, пока не принесет, не буду юзать. Я тогда выйду пока на лайне потушу немножко. Постараюсь не за этого... Не затолкать лайн, а просто подбивать то, что ты бы не добивал. Потому что лайн толкать не варик. Хорошо. Они, в принципе, сами оппоненты лайн хорошо толкают. Да, я вижу. И просто тупо стоят, автоатачат. Так, там хилка чья-то. Все, одного крипа добил. Че, ты драться хочешь? Но, да, да, если да. Честно, хп у меня не очень ахти, да? Ты зря мне чакру у меня, я уже прожал. Зомбарю надо было раскидывать. Ой, хорош, смотри, что делает. ХП сливает. Красавчик. Так, Котл у нас потерялся. Этот крипов просто его уничтожили там. Так, ты, короче, стой в фарме, я пошел. Я два кольца себе взял уплотнительных. Мне так покомфортней. Если честно, там, по-моему, дроп куры был, и из-за этого я второе кольцо взял. Ну не суть, короче, пацаны, разбирайтесь тут на лайне. Разбирайтесь. Я пойду двигаться. Кстати, Пит очень хорошо будет поджигать вас. Очень хорошо. А там паузит, дерется за монетку. Вы молодец. Вы видели, да, что делает? Иллюзии подблочил там. По кайфу. У меня контроль блок. Че там, хп нету, да, на зомбаре? Это плохо. Это плохо. Можем потратиться. Хилка есть, да, давайте подеремся. Так, тебя забафали. Ага, там Пит без маны. Отлично, там Безе есть. Давай, я захожу. Хорошо, давай вот так вот, я ЕСа хочу именно. Хорошо. У меня к ЕСу личная неприязнь. Тебе? Ну, не догоняю, не знаю, герой блочится. Оп, догоню, хорошо. Отлично, спасибо. Найс. Все, вы меня не увидите. Так, у кого телефон, ребят, вибрирует? Пожалуйста, удалите. Очень ненужная тема. Главное на видосе, чтобы было все флоу. Если на видосе все флоу, тогда все по кайфу, ребят. Запоминайте это. Да не, я думал, что вам не слышно, поэтому. Не-не-не-не, очень слышно. Поэтому нужна утилизация. Так. Паузит в курсе, да, что агоним ФП? Да-да-да. Отлично. Он идет. Нифига вы там гоняете. Блин, монолик на котле вообще, что за имбовая вещь? Так, да что вы там опять фидите? Ну-ка, камон. Пацаны, дайте хоть пофармить лесок нормально. Ой. Что вы там? Нифига у вас как там телепорт есть? Еще. Уджи. Но меня прям не хватает, да? Меня прям не хватает.
Что, там друг друга позажимали, что ли? Вот вы, конечно, тараканы. Ладно, я пошел на лайн, выйду, а то вы... Паузи, да сначала, кстати, Радикса попросили сразу этот. Слушай, ну желательно Аганим. А там я не знаю. Ты, смотри, какие хуки. Этого давай. Ты какая фиссура, дядь? Так ты сам себя зажал только что, ты в курсе? А нет, не зажал, молодец. Но я не думаю, что мы заберем. Да у меня нету горения. Я типа, я вообще собрался фармить, как бы, да? У вас чисто внизу жесть какая суета. Я там себе подстакиваю, что-то подфармливаю. У вас тут суетень нереально. У меня уже пол даггера есть, в принципе. У меня был бы уже даггер, если бы я тупо фармил. Поэтому сорян. Я отлучусь. Я тут кэм большой жмыхну и выйду. Вы лайн перетяните сюда, чтобы я мог воспользоваться, да, услугой «Позвони другу». Хорошо. Так, ну что тут у нас, ребята, поехали. Так, пойдет. Отлично. Ой. Что там, опять? Аппарат ультанул. Ой-ой-ой, это жестко, ребята. Вы что-то там у вас прям страшное. Но я не отрываюсь от кемпов, мне нужно. Да тут весь новый. Там вообще жесть, да? Все там. Магна тоже пришел на подцеп аппарат. Но я выйду, у меня хп немного, в принципе. Но я могу суету навести. Монолик, код этому. Хорошо. Сейчас Аганим будет. Ой-ой-ой, какие тут сладенькие хитпоинты. Так, ну, я потерялся, если честно. Аппарат. Надо было Е согнать дальше. Смотри, что делает. Бэфер? Нормально, нормально. Я... Вот так сделаю. О, вот. Вести. Не-не-не, все норм. Короче, я на даггер забираю этих крипов. У меня даггер почти есть, 200 золота. Нужно к Найксу. Я к Найксу ТП, да? Хорошо. Язер МХ. Так, у меня есть даггер. Все, у меня есть Аганим. Аганим есть, да? Мне next. Хорошо, расписал. Отлично, так, смотрите, ну, короче, ваша задача сейчас это комбинить. У вас уже есть то, что нужно, да, чакра в тройку, нормально. 4 секунды КД, и там 6 секунд DDK в разочек еще возьмешь сейчас. А, на седьмом только. Окей, ну, левел нужен, Котл тогда может. Ну, хотя, давайте внизу подеремся, сейчас левела поднимем. Я с даггером прыгаю, да? Я забайчу. Не, ждите, ждите, я еще очень далеко. Я на базе, у меня ТПшки нету. Пусть, ребят, там можете пока по дикей, там чуть-чуть невзначай, да, что вот типа. Чуть, опа, там раз, дикейчик. 600 хп вот есик стоит. А они сейчас даже подозревать не будут, что у вас-то там Аганим, да, и настолько жестко будет сила уходить. Там аппарат, кстати, внизу, держите в курсе. Данная ситуация. Сейчас я левел апну. Я горелку возьму лучше. Опа, там заход, да, в спину. Но на дикеевой, на бутылевой. Там мало кто. Да, я вижу. Это жесть жирная свинья. И есть этого сюда тоже. Пойдет. Но у вас врасплох прям взяли. Да, этот аппарат не дает хейтиться. Так, но это, в принципе, все нормально. Ваша задача, вы, в принципе, свою задачу выполняете. Вы уже дикее есть. Все есть, чуть-чуть уплотните, сейчас левела поймаете и выйдем на буст. Так, я себе куру возьму. Так что контент будет, ребят, не переживайте. Я помогу по вардингу. Немножко, и вот тут возьмем. Все монетки, каждая из них нанизу, говорит. Так, я если что помогу подблочить. Хорошо. Вы раз можем убить твоих. Вы, если что, там поддикеиваете, я рядом. Я сейчас подваржу. Найкс у нас только фрифарм, его вообще никто не трогает, мы его тупо оставили. Внизу все драки. Все драки внизу.
Там опять вас обходят. Жесть внизу, суетень, конечно. Ужастик, там аппарат еще пришел. 700 хп у аппарата, это 2 дикея, я ультую, все. По идее, это его там не... нету. 250 хп мне нужно. Тут есть он, вроде. То есть... Ой, господи. О, хорошенечко не продались. Так, ну мне дали кнопку. Отлично, на меня кнопку сели. Найкс пришел еще до кучи. Пикей просто, там по КД и все. Я прыгну, ага, армлет. Котл что-то там потерялся, его или выхукали, или что, я не понял. Так, Магнус пришел. Магнус, нет, хук. Опа, алхимика телепортнул просто. Красав. Опа. Нормально, нормально. Хорошо, этого тоже пуджа заберем. Правда, у меня хп немного, ребят. Я по мансе просто, он про... А, вот Найкс. Найкс молодец. Вот так делаю. Хорошо. Молодцы. Молодцы. Дикей в 4. Отлично. Все, ребят. Ну, от вас это самое главное, это комбинить. Будете комбинить, будет хорошо. Будете комбинить, будет хорошо. Так, мне, наверное, нужно что-то как-то тоже уплотниться, я думаю. Сейчас 11-й апну уже. У Магнус... Ой, у Химика еще один огонечек будет. Отлично. И пусть одевается там на ДДшку по стандартику. Я готов, в принципе, у меня тоже 11 есть. 425 хп, ребята, сейчас вы загоните и начнется контент. Тот самый, за который мы здесь, в принципе, и сидим. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на YouTube канал, не забывайте поддерживать также и ТГ. Ссылочки есть в описании. Если вы хотите смотреть контент постоянно, любой контент, который выходит на канале, вы, конечно же, поставьте себе оповещение и подписочку, чтобы вас, как говорится, вот эта тема беспокоила, да? Раз видосик вышел, вы такие: о, оповещение вышло, хена здесь что-то выложил, найс, наконец-то, а то смотреть нечего. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться, обязательно поставить лайк, ну и написать комментарий по поводу заготовочек на видосы, может, какие-то идейки у вас есть, да, но нормальные идеи, которые я, в принципе, еще не писал. Это вы любите писать, что это хен нету, напиши, хотя видосы не смотрите. Так что давайте, ребят, я на вас надеюсь. Я на вас надеюсь, что вы вот такие вот хорошие. Не тараканы вонючие. Окей. Так, это сюда. Кстати, я хочу даггер. Даггер, да-да-да, сделаешь. Даггер, там, октарины, это все, но это ближе к лейтгейму. Нужно... Нужно, я сейчас иду за аганимом, иду. И нужно выцеплять первых челов и делать на вставочку. Язер, ой, Язер Паузет вообще офигенно справился со своей задачей. У нас есть очень хороший ранний буст, но теперь нужно красивую реализацию. У нас есть два аганима. То, что нужно, прям вообще четенько. Ну, надо ждать этот даггер на Магнуса. Думаешь? Да, у него сейчас будет через 50 золота, 10 золота даже. Но вам главное с котлом сейчас комбинить и все, делать вот эту тему. То есть выходите на лайн, байтите, делайте файты. Клака у тебя есть, этого достаточно. Но если парень, конечно, такой непринужденный. Я уже сейчас ультану в него. Оп, хорошо. Забайчено. Да, так, ну и все, ребят, я жду вашей команды. 2 дикея заряжаете, хп понижаете, 425 HP, как увижу, сразу прыгаю, ультую, это должно сработать. Низ можете прям подбурить немножко, на топ вообще пофиг. Низ прям можно подпушить, аппарат, я думаю, придет. Если что, я могу даже прыгнуть с агрить, но я могу крутануться, тебе главное 2 дикея дать. И все, дальше уже. Так, они решили по топу, короче, поломать, ну давайте низ сломаем тогда, перетянем их. Не буду стоять АФК. Просто перетянем их чуть-чуть. Отлично. Они, я так думаю, если они придут, они придут сюда впятером. Так, минус глиф, отлично. Прекрасный глиф. Так, вон уже кто-то идет. Пуч, но пуч очень-очень-очень жирный. Его, конечно, вытягивать очень долго будет. Еса реально вытянуть, у него 20 силы будет. У пуджа 47 и 57 силы. Так. 43. Ну, нужно, короче, работать именно дикеем. Тут нужно будет поработать сейчас. Два дикея тык-тык отошел, да? То есть, вот образно, смотри, первая цель, да, идет. Бафай. Котл. Дай третью. Котл, бафай. Раз. Два. 600 хп. Еще один дикей я убиваю.
Еще один дикей. Так, ну тут 5 героев, кстати. Магнус пусть подойдет. А вот. Все бафы никогда не подойдут. По КД, слышишь, можешь бафать. Да, баф. Прям по КД, да, и все будет успешно. Так, Магнус тоже подошел, отлично. Суета начинается. Так, вот он. Давай третий, давай третий. Третий бафай, дядь. Магнус, давай, зафиксировал. Там 600 хп. Еще раз дикей даешь? Хорош. Так, я... Че ты там? У этого сосешь? Хорошо. Но я сейчас, подожди, Найкса утихомирим. Ой, он сейчас сдохнет. Хорош. И ты его там дикеешь, да? У него хп уже нету, бедолай. 200 хп у него просто. Камон. Хорош. Но это, в принципе, работает, но нам нужно прям вот сейчас доработать до идеала, чтобы прям у чела было почти пул хп, да, там, то есть просто два дикея, да, и чтобы я шотал. И все, то есть смысл таков. Котл, не забывай подбафать, когда он в чат либо ты пишет, либо говорит, сразу же пробафуй, старайся рядом с ним держаться. Возьми себе транквил, что у тебя по затарам? Где ты там? Ты в таверне, да, или где? Подожди, где вы рядом ходите, да? А, транквила есть? Все есть. Все, если что, не парьтесь, комбиньте. Все, нормален. Так, я на топ пойду, помогу, постараюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрее, быстрее. А, там ты два, ё-моё. Ну, это ГГ, он там уже не выживает. Какой хук сказочный. Но нет смысла. Нет смысла. Так, ну, ладно. Рекомендую, возможно, пройти вот сюда. Топ. В топе попробовать это делать. Как думаете? Котл тоже пусть подтянется. Пусть подтянется Котл. Так, монета будет или что? Регенчик. Хорошо, монета внизу. У нас алхимик еще с каждой минуты тоже, в принципе, крепчает. О, ес, отличная цель. Опа, смотри, что делает. Нифига себе. Это что такое? МХАДа? Ну, я так подразумеваю, знаешь что? Вот тут, возможно, да, что-то вот есть, скорее всего. Блин, очень много времени теряю, на самом деле. Все это время я могу фармить, но... Контент сам себя не сделает, правильно? Так, Котл. Ты там на базу фул пошел? Давай сюда на Т2 и забери, пожалуйста, варды. Поставь вот сюда, надо снять центрик один. Я там тебе купил уже. Так, у ЕСа 900 хп. У меня почти 16 есть. Давай. Прыгай. Вообще, ну так налегке такой фраг. Я, если честно, даже вообще не напрягался. Варды взяли, вон варды лежат. Котл возьмет, хорошо. Если я 16-й апну очень быстро, тоже будет круто. Я в эншентах попробую. Сентрик сюда, да? К ней нормально будет. Да, вардецкий стоит, да, отлично. Вот. Так, ну что, ребят, давайте погнали, попробуем. По комбинте, если что, двигайтесь вместе куда-то. Я не знаю, надо желательно вообще на топ, я думаю, пойти. Потому что там первый тавер, но опять-таки драка может очень странно растянуться. И Котлу нужно сейчас сделать, я думаю, глиммер какой-то для подсейва зомбаря. Я могу, в принципе, тоже глиммер сделать на подсейв. Я фулл фарм стараюсь тоже уходить, чтобы 11-й перекрыть 16-м. Давай я выферу. Мне дайкер нужен. Сколько у тебя там? 200. Я могу пару хилок дать. У тебя кура, собственно, есть? Нету, да? Плохо. Гоу! Гоу вместе! В любое место. Смотри, у нас Котл есть с вардами. Гоу туда. Вот так вот пойдем. Окей? Пойдем. Опа, у меня инвиз. Дайте. Не забирай, забирай инвиз. Пройди вот сюда. Мы сейчас туда дойдем, нам нужно там завардить будет. Котла главное не отдать. Ага, есть обсерв. Хорошо. Ну все, сентри кончились. Ну дальше опасно идти, потому что... Ну давай вот сюда опс поставь. На Котле, сюда. И ближе здесь будем держаться. Там, смотри, если там, по-любому там в центре, вот этого бы сейчас можно было бы размять. Двойку, опа, ЕСа. Дикеи,
Там чакру. Есть. Пробафал. Сколько там? Там 1300 хп, мекки, ё-моё. Тут тоже возможно вард. Смотри, они обходят очень сильно. Слушай, нужно синтряк, да, принести. Спину обходит, там химика там. Алхимик. Но они тоже, смотри, не подставляются. Я могу прыгнуть, заагрить, да, там. Не, смотри, подходит. Давай вот так сделаем. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Так, ну. Я отхожу, меня морозит. Уджа замедлил немножко с горелки. Подойду и жмыхну его. Хорош, дальше идем. Котл, дай крися. Это тоже хорош. Хорош. Просто напрыгал, надушил, на вставочку. Хорошо, там вообще хп ни у кого не было. Просто чпонь, чпонь, чпонь. Надушил. Так, но это не самая главная задача, за которой мы здесь собрались. На самом деле, они, крысы, не подставляются вообще. Поэтому, ну я ж 16 сейчас себе апну, будет вообще офигенно. Хорошо. Постановочная. Хорошо, хорошо, парни. Как договаривались. Договаривались. Актеры Дота 1. Блин, это смешно звучит, но реально, это так выглядит, да? Кстати, очень много негативных комментариев идет, да, все постанова там. Такие и слабые, там топ тебе играть, ты ничего не можешь. Там чел недавно мне писал комментарий, только Диранга можешь. Играй топ тебе, вот это рак ми играешь, говорит. Я говорю, блин, чел, я играю на контент, мне плевать, что там, Диранги, не Диранги, чел, отдохни, говорю. Что куда за дела? Стой, подойди. Так, это есть, да. Че вы там собираетесь, да, делать вещи? А, я 16-й апаю. 16-й апаю. Не, ну... Так, есть 16-й. Ребятки, это очень хорошая заявочка. У меня 525 хп порог. Ваша задача подработать. Я рекомендую, может, вообще лес подзавардить. Нужно прям поактивничать хорошенько. Так, у меня 5к золотых еще. Это Тараску я возьму. Тараску возьму. Че, вы там на низу, да, собрались? Суету наводить. То есть мне же надо еще дискорд, надо его покупать. Да не-не-не, не надо он тебе. Зачем? Дагер и это, и все. И два дикея. Дискорд, я говорил про связь, ты понял? Хорошо. Кто там подопытный, да, кто-то есть. Вон аппарат 1000 хп, типа. Но он недосягаемая цель, он стоит всегда сзади. Вот, типа, блин, монолик очень хорошо фиксирует. Оппонента на месте. Смотри, девардит. Девардит. Блин, у нас в миду там это иллюзия, да? Стрим снайпят. Блин, надо забанить. Отключи. Так, Тараска есть. Смотри, вон аппарат стоит, варды снимает. В миду иллюзия. Вон, идут. Давайте. Котл, тройку. Котл, дай. Котла подвязал он. О, там комбо-бомба. Походу, зомбарю ГГ. Ну, сейчас с Магнусом порешаем, я думаю, вопрос. Агрю. Хорошо. Хорош. Просто попрыгал, не знаю, как, блин, девочка на заднем сиденье автомобиля. И не только на заднем сиденье попрыгала. Оу, май. Так, ну, ребят, тем не менее, мы имеем фраги, но не имеем контента, который мы замыслили. Хотя бы пару раз это нужно сделать. Но видите, они тоже нападают. Блин, надо как-то зомбика на подсейв что-то, может, подсобирать. И Хен покупает себе солбустер. Ха-ха, на подсейв, говорит. Ой, идиот. Ладно. Так, смотрите. Тогда задача. Байт. На химика. Вторая стратегия, ребят, подрубаться должна. Байт на химика. У него манта, БФ. Все как надо. БФ, чтобы чуваки байтились. Что? Ага, он фармит. А манта, чтобы... Ага, он... Где он? Три алхимика, кого бить? Вот, все. Мне кажется, есть легкая цель. Три дикея, и у него нет хп. Вообще Котл легкая цель.
Один дикей, у него нет хп. Опа, пошло, да, разминай, разминай там на фул вообще. Кот туда сюда же таверну отъедет, я бегу. 700 хп пуч вот сейчас у него фул хп, да? Ой, хорош, как же ты там живешь. Ес, 800 хп, этот 700, этот 500, блин. Какой кайф. Так, алхимик пришел, алхимик. О, у него фул хп просто, я ультую у него. Типа, ну почти фул. Это жестко на самом деле. Так, давайте, знаете, что сделаем? Я немножко, наверное... Ух ты, смотри. Смотри, опа, хук, хорош. Подхукал. Я хайскил. Хайскил поможет, если что, я думаю. Или нет? Так, ну я отойду, я надеюсь, не замерзну здесь. Нет, не замерз, хорошо. Так, я отдоджил это. Это сюда. А что ты от меня хочешь? Хукай вам пудже. Стик! Ну зря я прыгнул. Жесть, такие лоу хп. Я иду. Опа, хук, найс, чувак, красава. Шаришь. Ну, ребята, пришли, меня нету тут, жалко, что я в таверне. Ты куда ты прыгаешь, дядя, ты же его не убиваешь. На вставочку! Хорош, просто манта и БФ по голове ударила. Блин, пацаны, давайте скооперируемся. Все-таки... Чуть-чуть нужно. Не торопитесь сильно. Давайте чуть завардим вот здесь где-то как-то. Вот что-то, может мне... Блин, давайте сделаем так. Нет, не сделаем. Блин, я думал, типа, я прыгаю, агрю, бегаю, там, знаете, вы там дикеете, я подбегаю, ультую. Нет, так не получится. Тут надо фиксировать именно моноликом. Это все контора, но с монолика, видишь, немножко не получается. Можно в теории сделать... Чё говоришь? Давай Пуджа с фулл хп попробуем убить. Его очень долго дикеет. 5 дикеев точно где-то. Пойдемте к топу, вот сюда. По-любому кто-то пойдет дефать. В меду собрались? Идите в топ. Идите в топ. Блин, вот у тебя, вот у зомбика, да, вот все есть, да, но нету подсейва. Просто, блин, я на самом деле тоже зря, мне кажется, взял сулбустер. Нужно было глиммер хотя бы делать. Так, ну я тогда фарману, окей? Они сейчас сюда придут, они меня увидят, они побегут сюда. Вон пит в лесу. Аппарат в лесу. Аппарат 1200 хп, у него атос. Кстати, атосовый аппарат, вот это очень плохо. Нам нужно впятером собираться, байтить на алхимика. Химик. Дай третью. Третью бафайтесь, если что. Вон, смотри, 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 пошло. Давайте, ребят, пробуем. Пробуем. Так, алхимик на себя забайтил. Дикей, дикей, дикей там. Так, ну этого я шотну. Еще дикей будет? ЕСО 900 хп. Вот окей, вот так сделаем. Я вообще просто ничего не делаю в этой драке. Давайте пуджа сосать. Соси пуджа. Подожди, дядь. Побеж? Тут да. Да-да-да. И вот этого подфиксите, если я подойду. Да, и пуч там 400 хп, я иду. Давай. Сгорение. Просто сгорение. Просто сгорение умер. Блин, они так на самом деле не подставляются вообще. Это какой-то ужастик. Давай я глиммер сейчас сделаю. Дополнительно. Нет, у меня золотишко появилось. Хорошо. Слушайте, ну в принципе получается, да. Но немножко как бы... Уже, мне кажется, поздновато будет сейчас пытаться. Но есть шансы сделать это. Еще. В принципе, хп уходят у оппонентов очень жестко. Только посмотришь, да, драка вроде началась, а хп-то уже ни у кого и нету. Ни у кого нету даже. Я просто прыгаю и добиваю все. Это работает. Тем не менее, ребята, это работает. Пробуйте с друзьями, почему нет. Очень интересная стратегия. Но сейчас мы все-таки добьемся своего, чтобы можно было это. Он 900 хп ест, да? Просто 900 хп. Это один дикей. Второй дикей. Это 600 хп. То есть я ему в теории сейчас прыгаю, даю одну тычку, да? И все.
Да даже вот сейчас ты дикеем, да, попал? 300 хп, 700 хп у него, то есть, да, понимаешь, то есть это, ну... Нормально, нормально, у него там 400 хп, если я сейчас добегу. Хорошо. Там ЕС еще где-то бегает. Так, меня подвязали. Алхимик лопается. Хорошо. Не могу. Оп. Блин, не успел горение накинуть, к сожалению. У нас аппарат в спине, но нету дирга. Опа, это кто такой засланный? Казачок. Да бей его, бей. Я ж не раздамажу, столько хп не солью. Ну вот хайскил, если бил, мы бы сейчас, скорее всего, тебя не потеряли, дядь. Да ты что, дядь? Хорошо, до свидания, дорогой. Че вы там деретесь? Блин, вот вы, конечно, извращенцы, товарищи. Мне бы еще отряд собрать. Дети! Уходите! Купите, блин, 4-5 хилочек, пацаны, кто там, кто богатый. На ход ноги. А то я что-то сапог продал. По красоте сделать. И вы там грязь делаете. Так, есть, да? Спасибо. Так, этот фармит, хорошо. Отлично. Донат на Октарин. Кстати, да, на Октарин бы донат собрать, хорошо было бы. Давайте помогу по вардингу. Хорошо. Так, ну и что, у нас некстовая задача, это, конечно же, сейчас подфокусить. Ребятам я понаписал, чтобы, да, не душили сильно. Не душили сильно, чтобы можно было подфиксить немножко. Поддикеить. Просто там еще в чем прикол, когда ты дикеешь, да? А, все-таки дикеем дэмэдж вот этот, да, там, который 140 урона, да, они все равно начинают чувствоваться прям. И очень хорошо. То есть хп фул все равно не становится. Но не суть. Мы это сейчас все сделаем так, что будет все нормально. Просто сейчас подфиксим кого-то, тык-тык-тык. И попробовать, как говорится. Тебе знаешь, что можно было бы? У тебя есть глимерок, да? Есть, отлично. Я тебе, если что, еще дополнительно дам глимер. Так, там вард стоит. Он ЕС прыгает. Я на элитке себя забачу. А нам нужно под вардом. Пойдем сюда. Кто там у нас внизу? Котл, да? Котл внизу. Пуч. Пойдемте вот сюда. Соберемся сейчас, вард снимем. Идете? Поможете вард снять? Так, у тебя топоризы же есть, да? У тебя там еще 60 хилок. Да, да. Ага, тут просто центр. Ну, центр снимай. И я обсерв ткну. Хорошо. Давай, ну, можно... я... Давай, да. И ждем тут, в принципе, тут сбор. Хорошо. И можно будет немножко подработать. Просто дикеить. Дайте зомбику спейс. Просто дикеить. Кеить, парни. ПЛЗ. Есть Октарин. Октарин есть, красава. Даже можешь просто в тупую спамить, не ждать котла. А котл, может быть, там, если успевает, да, разочек там подкинет и еще поддикеешь. Самая твоя задача сейчас, да, ну ты сам понимаешь, у тебя КД 3 секунды. Да, и то есть ты за эти 3 секунды ты можешь. Пойдем вот туда. Мой мид, она очень широкий мид. В миду не получится то, чем мы хотим. А вот на узеньком расстоянии, да, у нас вот здесь вот может получиться. Вот тут узенько. Так что надо двигаться. Хорошо. Отлично.
Они сейчас все равно придут, то есть они увидят, что мы здесь тусим. Придут. На химика побайтим чуть-чуть. Внизу очень много фарма, жесть просто. Не люблю такое оставлять, я обычно в тупую даю ТП, и это дает мне пол левела. Косарик на личными. Ну, ТПшник потом кто-то ТПшник. Коту Султан? Смотри, смотри, прыгнул на меня. Мне два глимера. Опа, ну меня... Опа, ну меня душа тут до талого вообще. Магнус вообще по-царски просто. О, это просто царевна-лягушка произошла сейчас. Дайте его, дикейте, дикейте его. Дикейте его. 500 хп. Еще раз дикей. Эй, кого-то, кого там? Вот этого дикей. Под этого его. Жесть. Хорош. Просто дикей его. Я подагрю. Жесть. Ой. Надо было аппарата, у него там прям идеально так было. Так, вот он вниз полетел, дефить. Фармить. Понял. Ой, жесть. Так, ну ладно. Сейчас прям идеально так было, да, чтобы немножко подзадошнилить. Рефреш. Вообще меня так засейвил на Магнусе, чувак. Это вообще ужастик какой-то. Они тупо в меня все вгрызлись там. И на их фул вообще ехо залетело. Хорошо, что у меня 4к хп тупо. Тупо 4к хп. Нет, они не стакаются. Смысл в том, что я себе накинул, и ты еще сверху накинул. Ну, я по поэтому... резисту, я говорю. По резисту не должны не стакаться. Единственная имба, которая идет от глимера, это то, что нельзя захексить, когда в глимере чел. Вот это прям жесть какая имбовая вещь. Че, подцеплю, может, по дикейму? Ай, зацепил, окей. Так, ну смотри, тебя сливаю, да? Я постараюсь... Я вот так сделаю. Нет, ты в таверну, да? Я тоже, походу, в таверну следующую. Да, я умер тут, скорее всего. Но у меня рез быстрый. У меня рез быстрый. Хорошо. Алхимик там ворвался. Но у меня 30 сек, б. Да что-то мы, если честно, газанули. Тут надо было вместе собираться. Алхимика душа. Просто за волосы ошибка. Сори, моя. Напишу, моя ошибка. Вместе нужно собираться, ребят, и действовать. Не подставляюсь. Не-не-не, тут просто дело момента. Нам, понимаешь, нам хочется сделать контент, да, за который мы пришли. И поэтому мы цепляемся за каждый возможный шанс, не задумываясь о том, что это может привести вот к такому последствию, к такому, да, вот как вот сейчас. Поэтому это нормально. Такие ошибки, это нормально. Это опять-таки изюм в эту игру будет добавляться. А так у нас катка уже в целом красивая. 4 фласки. Тропнул. Наша задача же не просто тупо, да? Там задушнили тех. На контент, мы делаем контент. Мы не просто играем там на победу. Да давай, давай. Ой, нет. Ой-ой-ой. Вот это плохо, кстати. Это плохо, дядь. Это очень плохо. Это что, на Найксе профессионал какой-то, да? Пул один герой. Между прочим, молодец. Найкса забрал просто. Иди сюда. Get over here. Так, это вот ультимейты какие-то летят. Пятером надо. Рошана пойдут, как думаете? Не, так, я топ форману. Я манту сейчас сделаю за диспелы. Надо срочно уже. Я, наверное, чуть подфармлю даже. Диспелы нужны. Я там фласки чувакам покупаю, мне самому нужны артефакты. Гем лежит до сих пор. Рошан, да? Нет, вроде. Хорошо, ну я подфармливаю, мне чуть осталось, даман. Чуть даман-то осталось. Там чел за гемом побежал какой-то. Чувак, уже нету его там. Иди в баню.
Мне надо после РП Магнуса взлететь. Да, надо просто качественно, да, подбайтить, и чтобы... Блин, опять-таки, нам уже ситуация такая, что нам нежелательно заниматься байтами. Знаете почему? Потому что они уже оделись. Любая наша ошибка сейчас будет приводить к очень жестким последствиям. Они будут очень люто одеваться сейчас уже. Вон, смотрите, у ЕСа уже 2 хк хп, то есть, чтобы вы понимали, да? Так, вы в миду драку затеяли. Я на низу фармлю. Слушайте, ну вы там деретесь, я попушу тогда, я сплетану их. Окей? У них 0 силы. Ну я попушу немножко. Все равно КД. Я их стяну на базу сейчас. Или не стяну, не знаю. По крайней мере, я, типа, ну просто ломаюсь-то. Пусть будет. Тревела будет, я прилечу. Все, я лечу. Зомби колопнули, да? Блин, ты еще живешь там, нифига себе. Слушай, ну я иду. Я иду, иду. Давай. Там хп нет. Опа, я лоханулся немножко. Жду КД. Ой, как он за этот, за фиссур у меня. Боже, контроль потерял максимально жестко. Вот это вот так вот сделаем. Хорошо, этого подцепил. Этого сюда. Ну, можно уже заканчивать. Да, я думаю, может заканчивать, но, если честно, у нас не особо получилось, я так считаю, потому что, ну, что-то как-то, как обычно, пошло не так. Но, в принципе, моменты красивые в игре были, и в целом, именно я хотел, то есть у меня такая есть тема, я перфекционист. Я очень хочу озвучить то, что у меня в голове, да, а именно вот фулл хп чел и прыгаешь его и шотаешь. То есть... Но на самом деле в реалиях, вот конкретно в этой игре и в целом в игре, у нас это здесь не получилось. Но сам геймплей максимально рабочий вместе с этой стратегией. Поэтому как бы, ну, грех жаловаться, да, что что-то не получилось, потому что, ну, у нас по сути получилось, да? Если так задуматься. Когда 3 дикея дает, там уже они фулл хп становятся, когда у них мало хп. Вот, да, и смысл такой, что как бы, ну, все равно как бы получается, смысл такой. В целом, ну, еще у нас есть возможность это поюзать. Поэтому нет смысла переживать. 43-я минута. Мы сейчас вообще и колодец им сломаем, как бы. Ох, как это дикейт пошел, да? 700 хп у аппарата. Сейчас, я иду. У меня дагер КД. Ну, можно тут, кстати, по дикейт нормально подколоться. Да, я вот так сделаю. Мне дагер не сбивает. Просто бежит за мной, как этот. Хорошо, ну, бро, дикей. Дикей, буду следить. Будем следить. По чуть дикейш, дикейш. Так, тебя там подсливают. О, Магнус там поймал троих РПшкой. О, два дикея. Я подагрю. Ультану. Лоханулся, не ультанул. Так, ну пуджа с руки загрызем, да? Так, ты живой еще, да? Хорошо. Я, да в смысле, ты исчезаешь, блин. Да, так. Ты видел, сколько я сил насосал? Да я видел, видел. Так, ну, я еще живой. Это радует. Хук, уворачиваться от хука. У меня манта КД. Жесть. Чисто манта КД. Все КД. Ну, я иду, сейчас шотаю. А, домой, дорогой. Хорошо. Пойдет. Блин, ты там силу насасываешь, да? Ну, жесть, все равно так чуть-чуть у нас не получилось. О, давай вот это, что мы оприходуем. Что ты там работаешь, дядь? Отдыхай, у тебя, блин, вторая смена начнется скоро. А мы под колодец за тобой пойдем. Что ты думаешь? О, ну как обычно, ультом я, конечно же, не попаду. Ультом я, конечно же, не попаду. А чё, колодец давай бить, дядя, а чё, слабый что ли? Слабый что ли? Ой-ой-ой, дядя, не нарывайся. Не нарывайся. Если я глиммер поменяю на бабочку, то мы колодец сломаем. Протещено. Тут этот. Чё, давайте попробуем, может? Ну, эзлорон подходит.
Минус 5 сделаем, мид отпуленный будет у них, и сломаем колодец еще до кучи. Не, до бабочки копейка. У меня 3300 есть. Мид они отпушат, мы с боков зайдем, и мы сломаем за один заход колодец. Блин, алхимика душит, нету телепорта, ребята. Никто не может помочь? Ой, нет. Ай-яй-яй, нет, да? Жесть. Это очень плохо. Это очень плохо. Пойдем помогать. Пойдем. Давай третий. Пойдем, пойдем, пойдем. Они вот тут, возможно, все будут. Я вот здесь пройдусь. О, есть пассивка. Хорошо. Соси его. Можно его, в принципе, дикейт тупо. Давай дикейт. Да, давай дикей его, дикей. Во, найс, хп еще поднялся. Просто дикей. Что это? Просто тупо. У чувака хп кончились и все. Ой-ой-ой. Так, мне 500 золота. Пол хп, задумка. Спул была. Ну, дикей хивает хпшка. Дикей, да, тоже немножко подскидывает. Мне чуть-чуть, пацан, 200 золота. Рошана, да, сейчас заберем. Давай Рошан заберем, да. И Аегу мне. Да-да-да. Сейчас 200 золота. Я, чтобы уже с бабочкой зайти в рушпит, вдруг они придут. Хорошо, его Сион есть. Погнали. Для контента. Для контента, конечно. Аегу тебе сейчас дадим. Кимо срезается. О, отходим, отходим. Уже идут, уже идут, уже идут, уже идут. Отходим. Гетбэкаем. Так, ну у нас на самом деле проблема с вардами. Котл, 4 опса. Пожалуйста, оформи, дядь. Не забывай. Твоя основная задача. Я могу тебе взять еще пару центрей. Туда. Дополнительно. А, у меня 60 золота. Не могу, сори. Они в Рошане, смотрите, вот типа им пофиг на трон, даже они в Рошане сейчас стоят. Они нас ждут. Поэтому нам нужно с боковинки с какой-нибудь зайти будет. Дай туда первое. Не на Рошане вроде. Думаешь? Давай вот так сделаем. Нету. Так они... Тогда они... Я не знаю, что они стоят. Гоу, сами. Иллюзию я послал. Хорошо. Кстати, блайнд, если... Да ты что, ты, блин, достал со своими ты... Ульты, аппарат это. Так, где ты там? Бери, да? Хорошо. Вот так. Так, они вот здесь были. Не пуш, не вот это не пуш, не пуш. Не пуш. Не пуш. Дайте отпуш миду. Пусть крипы отпушат. Пусть крипы отпушат. Вообще крипов не трогайте. Потому что там мало времени будет на слом колодца. Вот здесь надо драку. Вот здесь вот чек вард. Обсерв, если есть. О, все хорошо. Вот здесь можно спокойно будет затеять драку. Внизу отпушено, мид отпушится сейчас. Пусть отпушат. Найкс взял гем. Там кто там? Пуш, можно сейчас соло цепануть, да, наверное? Че, пойдем пробовать. Цеплять. Они по-любому, может, расплитятся, да? Так, аппарат ульту всадил. На алхимика. Надо сейвить. Плохо. Я ульт всадил. Так, алхимик лопнул. У них трон падает. Дикейш, да? Хорошо, под меня подтащили. То есть у меня хп улетели. Так, алхимик байбэкнулся, да? Ну сейчас трон пойдем. Пойдем. Найкса еще хочет. Ну на Найкса время тратить. Да пофиг на него, гоу. У них трон падает уже. Ягис. Смотри, байбэк жмет. А, я умер. У меня байбэк, если что. А, нету. Но это ГГ. Не, уже не слаем. Байбэкается. Ягис. Чисто дефить побежал. Трон падает.
Вот где логика, да? Дефить трон. Нет, дефить колодец, да. Знаешь, вот типа вот, ну реально, это есть чисто такая логика. Ой, жестко. Так, ну я в таверне, мне хорошо. 200. Ну, у меня 30 секунд рез. Да, плюс. Жесть. Так, у нас Аегис на зомбаке, да, был еще? Остался. На Магнусе рефреш есть еще. Но колодец в этой катке, походу, мы не оформим. Очень мало хп у трона. Блин, вечная проблема, не можем сломать колодец, да, то есть не успеваем тут, потому что падает трон. Но это нормально. Это нормально. В прошлой этой катке, вернее, в некстовой катке, выразимся так, там все было немного по-другому. Посмотрите, ребята, не забывайте. Также я еще оставлю ссылку в описании. Не забывайте, пусть мид отпушит. О, смотри, идет. Идет, идет, идет. Найкса, я думаю, надо, да? Давай вот так сделаем. Куджа зарежем. А он застрял в клифе. Хорошо, этого шотну. Иду, 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 иду. Найкс, помогу. Да, писсура хейтерская. Блин, хп поднял себе. Черт, я под ультой аппарата. Пойдем. Колодец. Да, жесть, я лопну сейчас. Ульта аппарата просто лопнула. Но я байбекнусь. Помогу ребятам. Соси, соси хп. Хорош. А чё за хрень? У него хп, короче, поднялись, что ли? Иду, 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 иду. Есть. Мансану. Тут вот так вот сделаю. Этого я... Всё, давай высасывать. Просто дикей, дикей. Не бить даже. Даже не бить. Просто дикеем. И Котл лупит вовсю. Ну ладно, пойдет. Мид у них дефится. Пойдет. Пойдем. Погнали. Ульт аппарата, конечно, жестко руинит. У меня очень много хп, и у меня порог очень. Ну там на ЕСе страдает парень. Так, у тебя... Жесть. Давайте подеремся чуть-чуть. Не надо, дядя. Так, зомбезия танкует. Но я тут танковый, трон падает. Ой, хорош. Блин, но если честно, игра в принципе приемлемая. Было очень много, так, недоигровок, да. Но в целом контент у нас тут, я считаю, что в принципе на 80% получился успешный. Тем, что все-таки это работает. Дикей закидывается, Акс прыгает, ультует. Вот здесь прям отлично было видно, когда на пите мы это протестили. И в целом, ну, видос, я думаю, вам понравится. Ребятки, напишите свое мнение по поводу этого видео. Реально, зашло вам или нет. Не забывайте еще по ссылке в описании посмотреть второй видосик. И как бы на этом все. Друзья, вам спасибо. Спасибо всем, кто посмотрел, кто поставил лайк, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. И отдельное спасибо Котлу и Язеру. Ребята, вы тут еще, да? Да, привет. Вот, хорошо. Ребят, вам от души спасибо за то, что приняли участие в этом видосе и, ну, реально помогли реализовать такую небольшую, да, задумочку. Реально от души. Ну и как бы так. Все. На этом все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел. С вами был Ксеназос и... До скорого!